Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ого, все полно. Спасибо, что вы пришли. Вот. У нас сегодня как бы предновогодняя встреча. Вот. Ну, много событий связано с сегодняшним днем. Начнем с самых симпатичных и радостных. Потом мне тут вчера звонили и с радио «Эхо Москвы» и сказали, правда, что 21-го будет конец света. Вот. Вообще это было очень забавно. Значит, позвонили мне, говорит, профессор, значит, Городецкий, я говорю, да. Это, говорит, «Эхо Москвы», к нам обращается многочисленные радиослушатели, что «Глоба» предсказал, что 21 числа будет конец света. Вот скажите, пожалуйста, вот можно, будет конец света? Я говорю, знаете, напоминает старый анекдот, когда больная спрашивает у врача, скажите, доктор, я могу умереть? Он говорит, а как же? Я говорю, конец света обязательно будет, мы этого не избежим. Но завтра его не будет 100%. Вот. А так, ну, конечно. Вот. Так что конца света не будет, и видите, купите нету. И никто. Ага. Вот. Зато есть радостные праздники для двери Нового года. У меня, значит, тут могу похвастаться. Вышли на старости лет. Значит, двухтомник самый полный, мой полное собрание сочинений в таких красивых двух томах, изданное в Академгородке, в Новосибирске. Вот. А второй том вышел. Оба тома теперь вышли. Вот этот двухтомник уникальный, его нигде в Москве нет, насколько я понимаю, не будет. Дальше Новосибирск он не пойдет. Здесь есть два или три экземпляра, особо желающие получить новогодние или вручить новогодние подарки, значит, своим близким и знакомым, могут иметь, но не более чем два или три человека, потому что тяжелая книга, на себе тут мужественная женщина привезла, больше нету, да? Я это передам в перерыве. И издательство «Эксмо», вот кто не знает, что, давайте сразу, да, давайте, тяжело держать. Огромное это регистрирование, теперь все, что я писал, а что я не писал тоже. Вот, да. Нет, прозы там нет, прозы вот отдельно. Проза — это издательство «Эксмо», сейчас выпустила книгу, вернее, две книги. Фактически это первый и второй тома, но «Эксмо» не любит ставить номера на томах, чтобы, так сказать, покупали как отдельные книги. Значит, это книги воспоминаний, это переделанная во многом и дополненная книга «След в океане», которая у многих, наверное, есть. Вот. И дополнена она в основном после того, как мы выпустили с группы соавторов, выпустили очень большой сериал фильмов, которые тоже тут есть. «Атланты держат небо», 34 серии, 17 часов киноэфира и, значит, в общем, охватывающий всю мою жизнь и всю географию моих перемещений от Северного полюса до Новой Зеландии и до Антарктиды. Вот, этот сериал тоже тут есть, если кто-то еще очень желает, он может его приобрести, там 250 моих песен и стихов, уникальная кинохроника, и как бы вся моя жизнь, и не моя жизнь, а целая эпоха в одном флаконе. А эта вот книжечка недавно вышла, здесь она тоже есть, у нас сейчас ее привезли, это все, а, вот, тяжело тащить, да? Эти тоже собрать? А, забирайте, я их уже сказал, что мне, да, спасибо большое, это все в перерыве для желающих, да? Вот, а сейчас мы все-таки поздравим всех с наступающим Новым годом, начнем со старой песни, после которой я уже расскажу о некоторых правилах нашего общения в грязи. Глухаря. Но прежде я хочу представить человека, который, в отличие от меня, блестящий владеет гитарой, руководитель художественного центра авторской песни в Москве, мой неизменный спутник Александр Николаевич Костромин. Итак, перенесемся невозвратно на мою юность, когда большинство из присутствующие здесь гости вообще не было на свете. Далекий 58-й год. Под Игарку, Полярная область, в район работ моей полевой партии в 58-м году. Порядком шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминают земле? Небо далекого прозень, давние письма домой, царствие щекоточных сосен, быстро сменяется осень. Долгая
Полярной зимой. Снег, 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 снег над палаткой кружится. Вот и качается наш краткий ночлег. Снег, 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 тихо на тундру ложится, а на берегах замерзающих рек. Снег, 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 над Петроградской твоей страной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звезды озорной, ляжет пушинкой мук. Тронул задумчивый иней хвост твоих светлую прядь, и над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, 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 снег за окошком кружится, он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, 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 что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек? Снег, 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 долго ли сердце твое с берегу ветер поет на пути? Через туман и мороз в пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если сгрустнется, наших стоянок огни. Плавь пешком, как придется, песня к тебе доберется, даже в нелегкие дни. Снег, 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 снег над тайгою кружится, вьюга заносит следы ночи снег. Снег, 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 пусть тебе нынче приснится забытый солнцем вокзальный перрон завтрашний день. Теперь два слова о сложности общения здесь по сравнению с какими-то концертными залами. Вот скажите, пожалуйста, кто здесь в первый раз, поднимите, пожалуйста, руку. А, порядочно все-таки есть. Молодежи, привет. Ой, так. Спасибо. Значит, понимаете, здесь все-таки кафе, так сказать, такая вот попытка более-менее интимного общения. Что здесь можно делать, чего нельзя делать в концертном зале? Первое. Значит, все эти концерты объявляются концертами по заявкам. Я никогда не составляю программы выступления. И все плыву по течению, то есть потому как вот записки, вопросы, что просят и так далее. Поэтому ни один концерт не похож на другой, потому что я сам не знаю, чего попросят и как повернется разговор. Это все очень интересно. Это первое. Второе. Значит, поэтому рекомендуется писать записки, не устно, конечно, иначе мы тут. Вот. И мы стараемся по возможности их выполнять, тем более, что Александр Николаевич Костромин, который был составителем моей книжки, единственной аннотированной книги «Атлантик», он знает все мои песни лучше, чем я, и может играть все, что угодно, в том числе то, что он вообще никогда не слышал, какую-нибудь новую песню, его подобрать 2 минуты. Вот. Это, значит, второе. Теперь третье стоит в том, что, значит, если вам придет в голову под влиянием эмоций или чего-нибудь выпитого, многого не выпьете при нынешних здешних ценах, так что разбирайте, да? Вот, да. Что-то подпевать из того, что вы знаете, милости прошу, это всячески одобряется, потому что хуже меня петь вы не будете, это, так сказать, очевидно, да? Наконец, последнее. Не забудьте, пожалуйста, включить ваши мобильные телефоны по окончании нашей встречи, хорошо? Вот, собственно, и все. Но прежде чем мы перейдем к запискам, я хотел бы еще сказать немножко о сегодняшнем дне. Я не буду говорить о мрачных вещах, связанных с сегодняшним днем, потому что самый короткий день в году, самая долгая ночь, или что именно сегодня родился величайший вождь всех времен народов Иосиф Виссарионович Сталин в 1879 году и так далее. На эту тему мы не будем сейчас говорить, может, попозже, если будет большое желание. Тем более, что именно Иосиф Виссарионович сегодня является самым популярным в России человеком. Он занялся большим отрывом первое место по рейтингу российскому «Имя России», обойдя всех, Александра Невского обошел, всех на свете. Но это вопрос другой. Но сегодня еще один праздник, еврейский праздник, которым я тоже имею прямое
отношения. Второй день Хануки. Ханука – это праздник, связанный с одной из военных побед, значит, еврейского народа, в частности Маккавеев, над происходящими силами противника, и с тем, что там, когда кончилось масло в храме, то, значит, огонь засветился без всякого горючего, и поэтому надо зажигать одну свечу, вторую свечу, и так 9 дней одного года зажигать по одной свече каждый день. Я по этому поводу, у меня есть песня, которая называется «Ханука», вот, которую мы с вашего позволения сейчас вспомним. Планет небесная механика, да далью моря голубой. Когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой? Когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой? О том, что в бездах унижения народ наш знал за много лет. Не только горечь поражения, но и величие побед. Не только горечь поражения, не только горечь поражения, не только горечь поражения, но и величие побед. На солнце рядом утром раненько и сушит медленный прибой. Когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой? Когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой? Что далеко нам до конца еще, и свет в окошке не погас, что огонек свечи мерцающий внезапно связывает нас, что огонек свечи мерцающий, что огонек свечи мерцающий, что огонек свечи мерцающий внезапно связывает нас, и сердце странное прожение нас оставляет в дурачках, когда я вижу отражение в твоих агатовых зрачках. Когда я вижу отражение, когда я вижу отражение, когда я вижу отражение в твоих агатовых зрачках. Пообещают отдых страннику любая тень и дом любой. Когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой? Когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой? Когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, когда горит свеча на Хануку, о чем мы думаем с тобой? Ну и, конечно, новогодние песни. Но прежде всего, это все связано с воспоминаниями. У меня так получилось, что большую часть новых годов я проводил в экспедициях на бортах разных кораблей. И пару раз в больницах, правда. Но это не так, не самое интересное. Но вот 62-й Новый год. Борт русского военного парус «Крузенштерн». Мы идем по проливу Ла-Манша по Декале 31 декабря 61 года. Снег, как сегодня утром. Видимость нулевая. Мы стоим на засыпаем мокрым снегом борту, а справа еле видны огни Великобритании, за границей, в которой я вообще никогда не был. А там Уэльс. И с моей точки зрения, в Уэльсе в это время встречают... Я не знал, что они Новый год не встречают, а встречают Крисмас, Рождество, да? Вот. Но, тем не менее, за этими огнями чудились народные песни и пляски, и жители Уэльса. Я написал английскую народную песенку новогоднюю, которую, значит, известный вам Сергей Яковлевич Никитин придумал свою мелодию. И мы даже в прошлый раз Новый год ее одели в килты и с этими сумками шотландскими, исполняли с ним в прошлом году на его мелодию, но я сейчас спою на свою, моя, конечно, гораздо более английская.
Боишься теплые дожди, крышам шелестят. Но, друга, ты меня не жди, я не вернусь назад. Стакан зажат в моей руке, изломан песни рот. В придорожном кабачке встречали Новый год. Стакан зажат в моей руке, изломан песни рот. Мы в придорожном кабачке встречали Новый год. Мой нос багров, я пить здоров, и ты меня не тронь. От бубна рев по связке дров, кусился в пляс огонь. Мы собрались на реке без горя и забот. В придорожном кабачке встречали Новый год. Мы собрались налегке без горя и забот. В придорожном кабачке встречали Новый год. Кругом туманные поля, шумят кругом друзья. Моя ячменная земля, с тобою счастлив я. Стакан зажат в моей руке, изломан песни рот. Мы в придорожном кабачке встречали Новый год. Стакан зажат в моей руке, изломан песни рот. Мы в придорожном кабачке встречали Новый год. Спасибо. Вторая песня как раз на вопрос. Александр Моисеевич, вас можно поздравить с тем, что в этой песне наступает юбилей? Да. Исполняется ровно 50. Я не знал. Спасибо. Это замечательно. Да. Ну хорошо. Вторая песня, по-моему, 72-й год, если не ошибаюсь, новый. Это она такая лирическая песня от женского лица, обращенная к мужчине. И, так сказать, такая она не очень лицеприятная в адрес мужчины, тем более автора песни этой. Что за руны на дворе метель поет? Подари мне, милые струны, для гитары в Новый год. Словно сестры отзовутся мне мило и мило. И покуда не бороться, буду я тебе верна. И покуда не бороться, буду я тебе верна. Скрыт туманом кровью лунной, свечка тонкая плывет. Подари мне, милые струны, для гитары в Новый год. Сохрани тепло мелодии, жар моих горячих рук. Потому что все проходит, остается только звук. Потому что все проходит, остается только звук. Не всегда мы будем юны, время смутное грядет. Подари мне, милые струны, для гитары в Новый год. Пусть не видит нам удачи, но хотя бы на момент. По девчоночи заплачет, засмеется инструмент. По девчоночи заплачет, засмеется инструмент. Океан качает шхуны, а земля полна невзгод. Подари мне, милые струны, для гитары в Новый год. Что сидишь ты безучастен, что грызешь ты пирожок. С Новым годом, с Новым счастьем, с новой песнью, дружок. С Новым годом, с Новым счастьем, с новой песнью, дружок. Ну и все-таки еще одна новогодняя песня. Эта песенка шотландская, народная. Я ее написал где-то в 71-м, что ли, году. Дело в том, что тут, значит, была в свое время театр микрофона, еще в советские времена, и мне были заказали песню, должен был быть радиоспектакль «Дети капитана Грата», под любимого нами с вами Романа Жулена. Там старший сын, Роберт, его играет Валентин Карп. И вот там ситуация такая, что они встречают Новый год, заметенный снегами в Шотландии, и вспоминают про папу, который в это время, значит, где-то штормует, потерялся в Зимнем океане, и поэтому шотландскую народную песенку. Значит, ее по радио поет Гафт, а сейчас Гафта нет, значит, поет ее автор. Народ. Пока в печи горят дрова, и огонь свет дневной, и мерзнет желтая трава под снежной пеленой, пока
печи горят дрова, собравшись за столом. Раскурим трубки, но сперва мы круга подпьем. Плывет он в этот час ночной неведомо куда, под нее прозрачной глубиной идет его звезднать. Пока в печи горят дрова и ждет его жена, пусть будет нынче голова и цель его ясна. Пусть над холодной зыбью вод, где женщины рядом нет, его от стужи сбережет шотландский пестрый плед. Пусть в этот день и этот час среди ночных дорог его согреет, как и нас, шотландский темный грот. На первый слов я свистят, и бедная вода, или как повисла на скостях седая борода. Пока в печи горят дрова и вьюг за столом, у всех мы вспомним, но сперва подумаем о нем. Пока бесчинствует мордос и стынет бересклет, провозгласим свой первый тост за тех, кого здесь нет, за тех, кого в чужих морях от милых мест вдали, вселяя в сердце боль и страх, качаю корабли. Сократится долгий срок, что им разлукой дан, а все возврати на свой порог и грозный океан. Пока в печи горят дрова и вьюга за окном, забьем за здравые слова мерцающий венок. Сократится долгий срок, что им разлукой дан, а пусть возвратит на свой порог и грозный океан. Пока в печи горят дрова и вьюга за окном, забьем за здравые слова мерцающий венок. Спасибо. Хорошо, теперь можно перейти, наверное, к запискам, да? Песенка «Полярный Рёчиха», 59-й год, Турфас. Кожаные куртки, брошенные в угол, тряпкой завешенные и скляхнули, бродят за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице полста и темно. Бродят за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице холста и темно. Командир со штурманом ботин припомнят старый, голову рукою подопрет второй пилот, подтянувши струны старенькой гитары, следом борт механикой тихо подпоет. Подтянувши струны старенькой гитары, следом борт механикой тихо подпоет. Эту песню грустную не забыть пора, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тени с берега, снегом и туманом, снова ночь нелетная, даже не луны. Снова тени с берега, снегом и туманом, снова ночь нелетная, даже не луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь бочищески, вечные года. Прочь тоску горителей, выпитые фляги, ты метел службу, счастье на годах. Прочь тоску горителей, выпитые фляги, ты
ты не заслужена счастья нагадай. Солнце не закапает, и теплый как звезда, и штурвал послушный с тосковавшихся руках. Ждите нас не встречами, школьницы невесты, в маленьких асфальтах южных дорогах. Ждите нас не встречами, школьницы невесты, в утренних асфальтах южных дорогах. Когда я пою эту песню, я начинаю внимание оборачивать на свой возраст. Я знаю несколько грустных моментов, которые были в минувшем году. В частности, в минувшем году, в марте месяце того года еще, мне братья Мещуки и, так сказать, объявили, что ансамбль «Песни нашего века» взялся писать мой диск персонально. Поскольку до этого они писали только песни ушедших авторов, Куджавы, Высоцкого, Курковского. То есть меня это мало обрадовало. Я говорю, ребята, подождите, я еще вроде живой. А они мне говорят, вы не волнуйтесь, мы еще не записали. Вот теперь они записали. Более того, 14 ноября в Театре эстрады на Болотной площади, теперь уже ставший знаменитый, вот, происходила, значит, презентация этого диска, и диск уже вышел. Так что, так сказать, особо не это. А кроме того, я люблю цитировать, я, по-моему, в прошлый раз рассказывал, но кто не слышал, в Казанском университете, там читал лекции по геофизике, а после этого был авторский вечер в Большом актовом зале, и я получил записку такого замечательного содержания. Дорогой Александр Моисеевич, не кажется ли вам, что нынешняя авторская песня окончательно выразилась? Поют под минус, поют под плюс, без сосяков какие-то пошлые тексты, сплошная повса и дальше. Какое счастье, что вы до этого не дожили. Вот такая история. Ух, какая интересная песня. Да, «Арбатские старушки». Ой, Господи, давным-давно, когда ухаживал за одной молодой красивой поэтессой с Арбата, был еще старый Арбат. Его так раз при мне ломали и построили двуставные училища в Москве и Калининский проспект. Это был Никита Сергеевич Хрущев. И тогда еще была порода замечательных жителей Арбата, они сейчас все вымерли, их уже никого не осталось. Чистенькие, интеллигентнейшие, опрятнейшие арбатские старушки. Это популяция, которая сейчас, к сожалению, полностью ушла из нашего московского быта, а песня вот такая. А как у времени нашего норм срок. Дня не пройдет, чтоб какой-нибудь дом не разрушить. Скоро не будет арбатских зеленых дворов. Скоро не будет арбатских веселых старушек. А как стремительно мы убегаем вперед. Что нам теперь деревянных домишек обломки? Кто доживает, само постепенно умрет. То, что само не умрет, доломают потомки. И, кстати, теперь вспоминать перед сном солнечный мир тишины переулков котов. Не уважают газеты и свой гастроном. И уважают соседи, собак и актеры. Будет глаза мои радовать липовый цвет. Будут вокруг улыбаться забытые лица. Нет разрушения в мире и времени нет. Да и войны никакой, говорят, не случится. Ах, как времени норм сегодня срок. Дня не пройдет, чтобы что-нибудь в нас не разрушить. Скоро не будет арбатских зеленых дворов. Скоро не будет арбатских веселых старушек. Скоро не будет арбатских зеленых дворов. Скоро не будет арбатских веселых старушек. Thank you.
Да, вторая грустная песня. Был у меня мой первый морской начальник, подполковник. Он не капитан второго ранга, я хорошо разбираюсь в морской субординации. 5 лет отработал на военных флотах. Но дело в том, что он морской подполковник, то есть у него нет прибора, у него нет нашивок на рукаве и серебряные погоны, но он в плацсостав, тем не менее, был. Он уже ушел из жизни после 3-го парка. Это был замечательный человек и славный фамилии плотских офицеров Трубячинских, имеющий большие традиции 19 века, потом из Тенедрога, который был первым моим морским начальником на военной партии Крузенштерн, который потом был начальником крупной мурманской геофизической морской экспедиции, а потом он там женился как-то вот второй или третий раз. Его энергичная, дикая энергичная жена, которая может стать 43 дня прогресса, да, она уехала в Израиль, увязала за собой. И уже он застал в Израиле, где он сел посреди пустыни Негев, повесил свои флотские усы на подоконник и грустил. Когда у меня был один инфаркт, после 3 инфаркт он умер, когда он слышал мою песню, плакал, конечно. Мне очень жаль этого человека, потому что я многим обязан. Подполковник Трубячинский. Подполковник Трубячинский, бывший сосед по каюте, с кем делили сухарь и крутые встречали шторма. Не качаться нам впредь в корабельном суровом уюте, где скрипят переборки и к небу взлетает хорма. Опрокинем стакан, чтобы сердце зазря не болело. Не кляните судьбу, обо всем не судите с плеча. В зеркале у вас все читается справа налево. В Иудейской пустыне нашли мы последний причал. В зеркале у вас все читается справа налево. В Иудейской пустыне нашли мы последний причал. Подполковник Трубячинский, в прошлом надежда России. Он сидит у окна, и в глазах его черных тоска. Позади океан, ядовитый, пропитанный синью. Впереди океан, обожженного солнцем песка. Подполковник Трубячинский, что в моих утешениях? Где мы не жили бы, и какую не пили вино? Ваш, все мы жертвы кораблик крушения. Наше старое судно ушло невозвратно на дно. Один экипаж, все мы жертвы кораблик крушения. Наше старое судно ушло невозвратно на дно. Подходит Трубячинский. Море соленого жить. Как попасть вы смогли в этот город безводный Арат? Надевайте погоны, цепляйте медали на кители, и равнение на флаг, наступает последний парад. Возвращение в рай, а скорее изгнание из рая, где ночные метели и вышки покинутых зон. Подтянувший ремень, обживает он остров Израиль, наших новых времен, наших новых морей Робинзон. Возвращение в рай, а скорее изгнание из рая, где ночные метели и вышки покинутых зон. Подтянувший ремень, обживает он остров Израиль, наших новых морей, наших новых времен Робинзон. Пиратская песня, 62-й год. Мы с подполковником Трубячинским по случаю усиления ветра и наступления 8-бальной волны получили большую запаянную жестянку, в которой было 18 штук таранки вяленой. Дело в том, что как только, значит, 8 баллов, экипажу, чтобы он не укачивался, дает этот самый таранька. Мне потом очень хотелось, чтобы как-то меня очень не укачивали, поэтому мы все мечтали о таранке, первого не было. И думали, когда я наконец-то 8 баллов. Так вот,
значит, на нервной почве в эту ночь, значит, я написал такую пиратскую песню. Пират забыт о стороне родной, когда сигнал, когда гир несется, поскрипывают мачты волной, на белых гребнях вспыхивает солнце, земная неизвестна доска. От флагов со скрещенными костями, и никогда мы не умрем пока. Качается светило над снастями, и никогда мы не умрем пока. Качается светило над снастями. Покажите лиссабонские рыцари свои шары, студеные трясите. Покажите королевские дворцы из каретной лондонской сити. На шумный праздник уши крылья. Мы явимся незваными гостями, и никогда мы не умрем пока. Качается светило над снастями, и никогда мы не умрем пока. Качается светило над снастями, бьет ведь пила попутный ветерок. На зов врагам живем мы не стареем, и если ясный солнечный денек, в последний раз запляшем мы нервее, мы вас во всех ухватим за бока. Когда придем недобрыми вестями, или когда мы не умрем пока. Качается светило над скользями, и никогда мы не умрем пока. Качается светило над скользями. Как-то получше, чем с этой вымерщиной песни, да? Так. Гордвей Сусковов, эта книга «Продолжение Атланта держит небо», да. Это продолжение. А какая интереснее. Вы знаете, я не могу не вспомнить, как вот еще старая книга «След в океане», а это как бы многие тысячи прикочевали. Это, по-моему, достаточно интересно. Они просто очень разные книги, да? Вот. Если хотите какую-то одну, я даже знаю, какую вам посоветовать. Вот. Я любил рассказывать, что в этих книгах, значит, «След в океане», то, что тут есть, на них были большие нарекания, просто писан, что книга вроде хорошая, интересная, но в ней слишком много сексуальных, неприличных деталей и подробностей, да? Вот. И потом я получил письмо, что там полигерик пьянства, всюду я прославляю пьянство, там рассказываю всякие выпивки на борту и экспедиции и прочее, и так далее, и так далее. И поэтому какая из них интереснее, я не знаю. Вымывки больше в первой книге, потому что я моложе был. Я боюсь, что сердце тоже. И во вторая книга это уже как бы последние годы, когда это время меня покинуло. Вот. Но, значит, смотрите, кому чего интереснее. Вот. Так, он как пришла. Ну, может, Божий свет. Ну, давайте споем. 63-й год. Гибралтарский пролив. Геркулесом столбом лежит моя дорога. О, Геркулесом столбом, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши. Ты подожди немного, и черных платьев не носи. И счастливых слез не сей, меня плакать не спеши. Ты подожди немного, и черных платьев не носи. И счастливых слез не сей, еще под парусом туги. В чужих морях не спимы, еще к тебе я доберусь. Не знаю сам, когда у Геркулеса столу дельфины греют спину, и между двух материков оглянется суда. У Геркулеса столу дельфины греют спину,
мир. И между двух материков огнезут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога. Дает царство твоего от царства рук и рук. Пускай пока мы родня, тебя не судят строго. Пускай на стенке повисит мой запыленный рук. Пускай пока мы родня, тебя не судят строго. Пускай на стенке повисит мой запыленный рук. Лежит моя дорога, пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного. Вино сладкие не пей, и жениха не верь. Ты не спеши меня забыть, подожди немного, вино сладкий не пей, и жениха не верь. Здравствуйте, Александр Моисеевич. Как поэзия и музыка повлияли на вас? Да вы как-то повлияли. Я хочу сказать, серьезно, да? Я очень увлекался стихами поэта, который на Стане печатался, и он был провозвестником британского империализма и колониализма. И я этого поэта полюбил на всю жизнь в переводах «Правда». И это сыграло очень большую роль в том, что я пошел обязательно в какой-то вуз, или сначала в военное училище подавал, чтобы как-то вот что-то вот такое, подвиг, не знаю, что-то, брутальность. Это Резер Кипи, который я люблю до сих пор. Так на меня повлияло поэзия. Потому что... А музыка тоже на меня сильно влияла, конечно. В основном все-таки это Чайковский, Бетховен. Потому что в путность мою школьником, студентом, я вот оперу не любил и не люблю. А вот симфоническую музыку любил и люблю до сих пор. И что-то вот такое тоже, наверное, на меня повлияло. Какие стихи вы обычно читаете, какую музыку слушаете? Музыку, когда пытаюсь слушать, то слушаю классическое. Но есть еще одно отступление, которое мы сейчас несколько сажами. Напомнила себе замечательная, очень красивая женщина здесь сидит, которая очень признателен за диск, который она мне подарила. Это диск «Песенки ретро». «Песенки ретро». Я тут стихи написал, значит, ей посвященный. Я их не помню. Я их не помню на память. А вот песенка я помню. Когда это... Да. Когда задохнусь я от ветра, умножив количество вдох, поставьте пластиночку ретро начало 30-х годов. Ненужных видов и часовен иконами, укрытых иконами стен. Не нужен Шопен, Бетховен, поставьте пластинку взамен. Не нужен Шопен, Бетховен, поставьте пластинку взамен. Сейчас. Пускай над могилой открытой у черного края земли опять прозвучат Рюдрита, Марусечка и журавли. Сейчас. Пусть светлое это оконце чужая забрежет слеза, и мне утомленное солнце устало заглянет в глаза. И мне утомленное солнце устало заглянет в глаза. Из брови нахмурив упрямо на склоне последнего дня, опять моя юная мама возьмется баюкать меня. Одна вероятнее или с молоденькой папой вдвоем, а то, что когда-то любили в разрушенном доме моем.
о том, что когда-то любили в исчезнувшем доме моем. Дом мой первый сгорел в 42-м году под окатом. Совсем что там было. На мои глаза. Да. За белым металлом. Память геолога Александра Сергеевича Погребинского, погибшего в июле 60-го года на реке Северной, в притоке Нижней, в Тунгусске. Промолз на гре, ледоход, ледолом, по мёрзлой земле мы идем за теплом, за белым металлом, за синим углем, за синим углем. Да за длинным рублем, за белым металлом, за синим углем, за синим углем, да за длинным рублем. И как не мусолить, и ночи без сна, по нашей усоли приходит весна, и каша без соли пуста и постна, и наша совесть чиста и честна, и каша без соли пуста и постна, и наша совесть чиста и честна. Ровесник плывет рыбака в невода, ровесник уходит от камней вода, а письма идут неизвестно куда, а в доме, где ждут неуместно беда, а письма идут неизвестно куда, а в доме, где ждут неуместно беда. И если тебе не пишу я с пути, не слишком родная, а в этом грусти, ногой тебе черт получать от меня обманные вести вчерашнего дня. На кой тебе черт получать от меня обманные вести вчерашнего дня. Промозглой гре, ледоход ледолом, по мёрзлой земле мы идем за теплом, за белым металлом, за синим углем, за синим углем, не за длинным рублем, за белым металлом, за синим углем, за синим углем, не за длинным рублем. Неожиданная песня. Это же губернаторская власть. Какое же отношение к нынешней политической ситуации? Очень интересно, я был недавно в Сургуте, буквально неделю назад, да? И получил там очень много острова. Ну, как раз было после демонстрации, значит, Болотная площадь там. Да, очень много появилось. А я имею глупость отвечать на все записки, вообще на все. От самых таких смешных, вроде как в городе Киеве позапрошлом году. Я все читаю, и иногда впадаю в дурацкое время. Но там была поэт. Там, дорогой Александр Алексеевич, моя мама рассказывала мне, что были секс-символом конца 70-х годов. За оживление. Значит, а дальше, а моя мама, читает, всегда говорит только то, что лично сама очень хорошо знает. Правда ли это? Вот там зал там 800 человек, все ха-ха, а я испугался и говорю, а посмотрите, как зовут вашу маму? Что было? А здесь было такое, два вопроса. Первое, за кого голосовали? Я ответил, за яблоко. Да. И второе. Я к ним тоже куча претензий, я их много лет знаю, да, но все-таки, да, но мы же выбираем не из того, что лучше, а из того, что наименее плохо, в общем, да, к сожалению, да, вот, ужас, вообще, тоже стал популярным. А второе, значит, как вы относитесь к тандему Путин-Медведев? Я сказал, что с большой осторожностью, и тут же сказал, что как я сейчас человек пожилой, я вспоминаю, как во времена Хрущева. Вот такой модный анекдот. Гражданка Ванесян спрашивает армянское радио, можно ли полюбить толстого и лысого мужчину? Отвечаем. На политические вопросы армянское радио ответов не дает. Вот. Как я отношусь к нынешней политической ситуации? С надеждой. Знаете, почему я сказал серьезно? Выяснилось, что в России все-таки есть гражданское общество. Все-таки есть. Все-таки оно снова начинает как-то потихонечку возрождаться. И слава тебе, Господи. Вот на это и вся и надежда, потому что другой надежды.
если говорят, что власти споем из-за этой песни. Это 81 год, когда я писал, у меня вот в книге, кстати сказать, во второй книге «Руля свои столы», по-моему. Дело в том, что при советской власти мне очень много писал песен для театра. Я очень люблю театр. И писал много песен для театра еще в Ленинграде, в бытность свою. И ни одна песня никуда не попала. Вот у меня даже стишок есть по цензуру. Сейчас. По заказу, а чаще приватно, над холодной водою Невы. Много лет я писал для театра, написал понапрасну. Ой. Молодой, потому и не зоркий. Режиссерский блюдя интерес, то романсы, то песни, то зонги сочинял я для будущих пьес. Худсовет и горком комсомола, стародавние эти года, в этих песнях искали крамолу, ее находили всегда. Никогда этих песен не слышал, потому что опять и опять переклеивали афиши, чтобы автора песен убрать. Все травой покрывается буйной, и захлопнулась в прошлое дверь. Этих песен к чертову уйма у меня накопилось теперь. Нынче нравы на свете другие, но когда раскисаю совсем, донимает меня ностальгия по спектаклю без песен тем. Вот. И вот история одной песни. В далеком 81 году в моем родном Питере был такой молодежный театр, который был организован замечательным талантливым режиссером Владимиром Лыщицким, с которым много лет дружили, и для которого я писал песни о детских спектаклях. И я его, конечно, подвел, потому что подвел как раз на этом спектакле, который был учен памяти народовольца Дмитрия Лизагуба. Это, значит, повесть «На скаковом поле зовет любой» Юрия Давыдова, замечательного писателя, о трагической судьбе украинского крупного очень такого дворянского магната Дмитрия Лизагуба, который был повешен в конце 19 века по приговору военно-полевого суда, который был конфирмован, то есть утвержден генерал-губернатором Одессы, за то, что он снабжал деньгами народовольцев, сейчас сказать, террористов, наверное, да? Вот. И, ну и так, значит, его повесили, он на самом деле писал песни. И там звучит несколько песен этого лица, которые я написал, в том числе одна из песен, после которой спектакль был закрыт, театр был разогнан, Малышинский был изгнан с волчьим билетом, я-то был в Москве. Дело в том, что тогда первым секретарем Ленинградского обкома должен, значит, быть помянут такой Юрий Васильевич Романов. Слава Богу, что он не стал нашим главным генеральным секретарем, который мы тут написали. Вот. Да, который, значит, эту песню понял, так сказать, решил, что это его адрес. Хотя это не его адрес был. А этот Балычинский еще посадил за актеров, которые подпевали из зала припев. И эта песня, к сожалению, актуальность свою не потеряла и в наше время. Время от времени мне приходят записки. Спойте, пожалуйста, вашу песню про там, Харьковскую область. Я говорю, да, ну, знаем, знаем, спойте. Более того, в Ленинграде, когда была Валентина Ивановна Матвиенко, тоже меня просили спеть эту песню, перевод этих сосурик ужасно. Значит, ну, бог с ним. А песню могу спеть. Это про 19 век, она не имеет никакого отношения. Тем более, мы живем в столице ночи. Выделяться не старайся, исчерние, усмеяй свою гордыню и плоть. Ты живешь среди российских губерний, хуже места не придумал Господь. Бесполезно возражать государству, понапрасну тратить ум свой и дар свой. Государю и властям благодарствуй, обкладаю тебе крылья сокол. Губернаторская власть хуже царской, губернаторская власть хуже царской. Губернаторская власть хуже царской. До царя далеко, до Бога высоко. Ах, наивные твои убеждения, и в базарный день полушка цена. Бесполезно призывать к пробуждению не желающих очнуться от сна. Не отыщешь от недуга лекарства, хоть Христос и все со всеми на Пасху. Не промнешь народ ни лаской, ни даской, вековечной не порушишь закон.
Губернаторская власть хуже царской, губернаторская власть хуже царской, губернаторская власть хуже царской. До царя далеко, до Бога высоко. Заливает оскудином ваша милость, молодую жизнь губить не спешит. Если где-то искать справедливость, то уж точно, что не в этой глуши. Нелегко расстаться с жизнью барской, с богатством да родительской лаской. Воздадут тебе за нрав твой бунтарской, дом построен без дверей и окон. Губернаторская власть хуже царской, губернаторская власть хуже царской, губернаторская власть хуже царской. До царя далеко, до Бога высоко. Еще одна песенка. Она есть у меня на диске, потому что сильные человечки. Давайте хоть одну еще возьмем. Она есть на диске 21 тревожный лист. Вот, это тоже такое замечательное. Чего такое? Чего-нибудь хорошо повеселее, а то конец первого дня. Чего? Про жену. Что именно про жену? Жену французского посла. Жена тема, значит, многообразная, не всегда самая веселая. Так, ну хорошо, давайте, про жену французского посла. Ну давайте, хорошо. Но я не буду уж, если можно, рассказывать сколько раз историю этой песни, хотя она довольно затейливая. Она есть, вся история есть очень подробно во втором томе «Григорьевского столба». Расскажите. Ну давайте, надеюсь на поддержку народа в припеве, да? Но мне не тали, снятся и не кали, а не поля, родные небеса. А в Сенегале, я, братцы, в Сенегале, я такие вижу чудеса. Ох, мне славы, братцы, ох, мне славы, блеск волны, мерцание весла. Хоп, крокодилы, пальмы, бобалы, и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бобалы, и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, я на по-русски нифига, но как высоко грудь ее такая, как нога высокая нога. А не нужны тебе другие бабы, всю мне душу Африка свела. Хор! Крокодилы, пальмы, бобалы, и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бобалы, и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все мне сон, один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. Прям постель распахнутая настежь, и жена французского посла. Прям постель распахнутая настежь, и жена французского посла. Спасибо. 15 минут перерыв. На выпуске закуску, книжки, диски там, тут буквально как в поле. Вот, до встречи. Спасибо.